Беларусь и Китай будут обмениваться опытом по развитию добросовестной конкуренции и совершенствованию правовой базы для защиты потребителей. Это главная цель подписанного сегодня меморандума между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Главным управлением по регулированию рынка Китая. Стороны договорились совместно рассматривать дела по нарушению антимонопольного законодательства, анализировать рынки и действия на них транснациональных корпораций. Также китайские партнеры пригласили белорусских коллег на обучающие семена и 9-й форум по конкурентной политике, который пройдет в КНР в следующем году. В чем основная суть этого меморандума? Помимо того, что он предусматривает развитие сотрудничества в области антимонопольного регулирования, оно также распространяет свое действие и на ценовое регулирование, защиту прав потребителей. И это очень актуально в свете развития экономических отношений между Беларусью и Китаем. Как правильно сказали главы наших государств, отношения с Китаем носят характер стратегический, и поэтому очень важна защита субъектов хозяйствования в развитии этих отношений. За 3 года МАРТ подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с конкурентными ведомствами 11 стран. В этом году подписями планируют скрепить еще 3 документа с зарубежными партнерами.